другим темам. В Дагестане в ходе спецоперации ликвидированы трое боевиков. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, один из них опознан как главарь махачкалинской бандгруппы Абдул Курбанов. По данным НАК, он причастен к серии убийств сотрудников правоохранительных органов. Участников бандформирования заблокировали в поселке Новый Хушет в воскресенье. При попытке прорыва на легковом автомобиле подозреваемые обстреляли полицейских и были уничтожены ответным огнем. Ранение получил сотрудник ОМОН. Из машины изъяли два автомата, три пистолета и большое количество боеприпасов.